Шум потока воды в стояках отопления не дает спокойно жить, рассказывает жительница гусарской баллады Елена. Она более 5 лет пытается бороться с проблемой, обращалась в управляющую компанию. Они говорят так: мы причину ищем, мы ведем работы. Все. Причем шум именно в стояке. То есть я готова поменять радиатор, готова все сделать. Но они сказали, что проблема не в радиаторе, потому что шум идет именно от стояка в радиатор. Вот. И с этим, в принципе, приходится вот жить. И это, ну, утомительно, очень утомительно, потому что фактически получается, как вот с водопадом я живу, только в своей комнате. С надеждой быть услышанной пришла на встречу с руководством управляющей компании ЖК «Гусарская баллада». Организовать ее помогла Одинцовская общественная палата. Это благоустройство, это какие-то вопросы, касающиеся, может быть, и развития территории, содержания дорог. И даже в данном случае мы пригласили сотрудников ГИБДД, потому что есть вопросы именно по территории данной ЖК «Гусарская баллада». Вот, поэтому я думаю, что сегодня будет такая достаточно плодотворная встреча. Уборка мусора, качество воды, работа охраны, организация выездов и парковочных мест. Вопросов у жителей «Гусарской баллады» накопилось немало. Выслушать все жалобы приехал заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам ЖКХ Михаил Каратаев. Это первая встреча с жителями «Гусарской баллады». Вместе с профильными заместителями главы, представителями МОСОБЛЕРЦ разобрали более 50 проблем. Все жалобы и пожелания зафиксированы. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».